людям настоящий скелет динозавра. Ему 155 миллионов лет. Его нашли в 2008 году в северной части Америки, в Соединенных Штатах. 2 года раскапывали этот динозавр. И это единственный динозавр в мире, или скелет динозавра в мире, который полностью цел. Все косточки были найдены, и все вот стоят здесь перед нами. Его купили потом на аукционе. Эмар это строительная компания, которая владеет Дубай Моллом, государственная компания. Вы мне сняли на видео. На видео не надо меня снять. Пожалуйста, спасибо. Купили его на аукционе и поставили вот конкретно здесь. Да, если кто-то задумывается, где голова, вот голова вот там. Такая маленькая голова. Мозгов нет, поэтому они вымерли. Так, не уходите далеко.